Олександр Луговий, тренер з кросфіту. Це тренування, які поєднують гімнастику, важку атлетику, біг, веслування. Місяць він шукав роботу в Кропивницькому. Приїхав з Маріуполя. Там мав власну тренажерну залу, де організовував заняття для дорослих і дітей. З 2016 року я займаюся кросфіт направленням. Приобрел зал, оборудовал его. После обстрелов Мариуполя российскими войсками тренажерный зал имеет такой вид. Надо было выплатить последний кредит до всех этих событий, чтобы полностью, как говорится, под ключик сделать зал. Вот что осталось от многоповерхівки, в которой жив человек. Когда мы уже выезжали, буквально я увидел свой район, районы другого города, другие районы города, которые были, ну, как одна картинка. В магазин за какой-то едой сходить. Это невозможно. Ну, то есть, то ли еда, то ли жизнь, и вот на весах. С каждым днем голова все ниже и ниже и ниже была к земле. То есть, и когда ты уже лежишь и не можешь ее поднять, и видишь, как возле твоего дома окапывается танк, то, ну, уже надежды не осталось никакой. То есть, жить негде, жить в подземном гараже – это невозможно. Каже, з Маріуполя виїхали 16 березня, до Запоріжжя їхали 12 годин. Виїхали ми з моєю дівчиною. На машине с дедушкой, которую мы познакомились на подземном гараже. Его машину заблокировали в гараже, мы помогли эту машину достать и на ней выехать. Взяли сумку с котом, больше ничего не взяли. 4 дня прожили в хостеле в Запорожье. У Кропивницькому чоловік почав ходити у спортивну залу. Тут познайомився з тренером, який запропонував йому роботу. Верхний пояс немножечко, да? Да, розвернемося, хорошо, давай верхній. Я понял, что это мой единомышленник, и было бы хорошо, если бы мы работали вместе. В этом зале я чувствую себя как в родных стенах, как дома. У Кропивницькому чоловік хоче організувати спортивні заходи для містян. Ірина Полурях, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький.